Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня по вашим просьбам решил снять очень много вот таких различных самолетиков. Все просили, смотрите, есть вот такой красный с эффектом 2 взрыва. Есть вот такой большой, по-китайски здесь написано. Есть вот такой с треском. И вот такая бабочка большая. Также есть еще, ребята, маленькие. Вот. Еще взял дымный мячик для хейтеров. Вот такой. Много различных пулеметных лент. Кстати, давайте с них и начнем. Так. Буду здесь устанавливать. Так, давайте сначала одну бахнем, потом две, а потом все остальные. Так, поехали. Есть контакт. Так, теперь две. Отлично. Так, давайте запустим самолетики. Первый пойдет вот такой красный. Хочу с него начать. Так. Вот сюда поставим. Надеюсь, полетит. Так, это у нас самолетик от Фиерии. Два взрыва. Есть, улетел. Так, сейчас мы его найдем. Чтобы не мусорить, буду сразу убирать вот такие большие предметы. О, вот он. Клевый. Кому понравился этот самолетик, ставьте лайки. Так, давайте запустим несколько бабочек. Вот этих. Ну вот так. Бабочки, по-моему, от Фурора. Фитиль хороший. Ух, и летают хорошо. Так. Сразу заберем. Вот она, бабочка. Так, пока сюда положу, чтобы не искать потом их. Улетела. Хорошо летают бабочки. О, вот такие. От Фурора, кстати, очень клевые. Хорошо фитили сделаны, не тухнут, а то от Фиерии так себе, если честно. А Joker Fireworks вообще фитиль не горит. Так, давайте взорвем петард с эффектами. Вот таких. Класс. Обожаю треск. Так. Это у нас Корсар 4 с треском тоже. Мощь. Мощь, ребята, супер мощь. Так. Это у нас свист. Вот так. Есть взрыв. Так. Давайте запустим вот эту бабочку. Самолетик. Так, это должен очень резко взлететь. Надеюсь, успею снять.
недалеко полетел, но сработал треск хорошо. Так, сюда его. Так, давайте запустим вот эту бабочку. Так, надеюсь, хотя бы взлетит. Идеально ровно стартануло. Смотрите. Класс. Так, давайте дальше. Подзреваем. Вот. Пулеметные ленты есть. Так, буду их вон туда бросать. Вот так. Погнали. Класс, мощные взрывы. Так, есть у нас еще тут вот такие петарды, треугольнички. Так, давайте вон туда брошу. Один. Мощь. Так, возьмем вот таких петард с эффектами. Так, погнали взрывать. Так, вот здесь положим. Так, давайте первый бахнем вот такой магнум от кометы. Отличная петарда. Сейчас послушайте взрыв. Так, теперь вот такая кобра. Кобра с эффектом. Фух, мощь. Обожаю мощные петарды вот такие. Так, это у нас гром. Слабенький, но давайте тестить. Давайте бахнем два корсара одновременно, четвертых. Так, это у нас будет два взрыва. И это два взрыва. Посмотрим, какой лучше. Зеленый явно лучше. Так, еще у нас есть корсар 4, вот такой. Точнее, жук. Тоже два взрыва. Так, очень крутенькие фитили. Я думаю, на уровне с корсарами 4. Так, смотрим, что там у нас еще осталось. Так, мячик хейтеров. Давайте его где-то здесь поджигать. Вот так. Блин, очень ветер портит весь эффект. Есть, продымел. Так, давайте запустим вот такой альбатрос большой. Так, надеюсь, это тоже полетит ровно. Большие бабочки внушают доверие. Ну что? Да, также, ребята, идеально ровно полетела бабочка. Смотрите.
Вот такой альбатрос, по-моему, от Фурора. Жесть. Так. Остались у нас петарды. Вот такой Корсар первый. Давайте с них сделаем вот такую пулеметную ленту, связку. Вот здесь. Так, поставим камеру. Так, пленочку убираем. Это у нас от Фурора Корсар первый. Да, сложен не очень. Кстати, можно попробовать поджечь. Получится или нет? Ну что, давайте попробуем. Да, отлично рвануло. Смотрите, конечно, немного разбросало здесь. Вот, смотрите, сейчас соберу, постараюсь еще раз поджечь. Так, ребята, вот сложил все, что не взорвались. Давайте поджигать. Так. Отлично, довзрывали. Так, есть еще несколько петард и пулеметных лент. Так, давайте уберем все это в карман. И сейчас довзрываем. Так. Начнем с петард. Установим вот такой жук. Вот сюда. Погнали. Очень быстрые жуки. Смотрите. Вот такая воронка. Давайте добьем Корсаром 4, хотя туда не лазит. Давайте вот сюда. Мощь, ребята. Так, давайте на дереве бахнем. 1000S. Ух, упал. Мощь оторвала веточку. Так, пулеметную ленту сюда. Есть еще ленты. Жесть, просто обожаю пулеметные ленты. Намного круче, чем петарды. Жесть. Так, давайте теперь сделаем кое-что интересное. Так, вот здесь были взрывы. Так, положим здесь пулеметную ленту. Вот так. И примотаем к ней петарду. Посмотрим, получится взорвать или нет. Так, накроем, чтобы ничего не улетело. Вот так. Погнали. Сработало или нет, интересно. Скорее всего, нет. Так, давайте поджигать.
Есть последняя петарда взорвалась. Что ж, ребята, надеюсь, сегодняшний ролик с большими бабочками вам очень понравился. Если хотите еще, обязательно пишите в комментарии слово «хочу». Предлагайте также какие-то идеи, новые варианты, чтобы еще такого повзрывать. Какие петарды брать в следующий раз. Также, ребята, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Кто впервые на канале, обязательно советую подписаться. Здесь классные видео о пиротехнике. Все ваше любимое. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Смотрите также здесь 4 ролика. Они тоже очень интересные. Может быть, вы их пропустили или еще не видели. Что ж, с вами был ТНТ Фокс. Надеюсь, видосик вам понравился. Давайте наберем хотя бы 2000 лайков за этот выпуск. Постараюсь еще собрать различных самолетиков и сделать уже ночной тест. Так что, если хотите ночной тест, давайте наберем 2000 лайков и пишите приятные комменты. И тогда я обязательно сниму это видео. Что ж, с вами был ТНТ Фокс. Пока-пока, ребята. До новых встреч.